Мы ведем срочный репортаж с завода Poppy Playtime. Дело в том, что на этом заводе обнаружена какая-то новая коробка. Наши ученые уже идут выяснять, что же внутри этой коробки. Потому что, как мы знаем, этот завод пользуется не самой лучшей репутацией. Как мы знаем, они делают самые худшие, самые злые игрушки на планете. Будем следить за ситуацией, что же внутри этой коробки. До свидания. Чё, бред какой-то, коробку опять придумали. Чего? Коробка? Владус, ты чё, с ума сошел? Блин, нам нужно ее забрать. Лёнь. Подожди секунду. Какую секунду, Лёнь, что ты делаешь? Хватит это, зараза. Ты чё, видишь его? Владус? Что там, Лёнь, отойди, ну-ка дай посмотреть. И чё, никого не вижу. Владус, смотри, вот, он там, вот он, подглядывает. Кто подглядывает, Лёнь, ты в своем уме? Владус, ты что, реально его не видишь? Вот же он стоит, вот он, ну. Алло, Владус, ну повернись, ты ёк-накарёк. Ты либо лайк поставь, либо не подглядывай, понял? Давай. Пойдем, Владус, там и правда никого нет, ты был прав. Лёнь, ты что, придурочный? Давай, это, без всяких там своих коробок, я пойду лучше спать, ну его нафиг. А чего бы нам не отведать супчик? Пойдем, трус! Лёня, хватит жрать свой гороховый суп! Ты достал уже с ним, с этим гороховым... Лёнь, я не пойду ни на какой завод. Фу, трусишка, трусишка, трусишка. Ладно, 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 Лёня, хорошо, уговорил. Мы зайдем, посмотрим, что внутри коробки, и уйдем оттуда, согласен? Фу, кто фу? Дебилоид. Чего? Вот там, говорю, дебилоид. Ты, зараза такая. Давай, пошли уже быстро, зараза. Этот завод как раз неподалеку от нас. 5 минут спустя. Завод Playtime. Дошли! Наконец-то, вот же он! Ё-моё, карапуз! Постой-ка, пожалуйста, здесь! Лёня, а ты нафига карапуза-то взял с собой? А, не надо было! Отнесите меня домой! Кого? Он не карапуз. Как тебя зовут? Скажи. Меня? Меня зовут? Ну, говори, скажи. Ты же сам захотел это имя, ну. Лёня, пистолетка, убери от него, зараза такая. Меня зовут... Ленечка, а ты мне сказать ничего не хочешь? Умничка, карапуз! Что? В смысле что? Почему карапуза теперь зовут дебилоид? Леня, ты сейчас реально получишь этой дубинкой по башке! Что? Дебилоид? Да, Леня. Дебилоидам не место среди нас. Согласен, Леня. Согласен. О, Владус, это что? Это гравити-пушка, от которой ты только что выкинул карапуза. Правда? Правда. Иди отсюда. Сараза такая. Я пойду зайду на... Леонид Андреевич разбился насмерть. На завод, говорю, я должен зайти. Кстати, напиши-ка в комментариях, ничего ли Ленька тут не натворил на канале, пока я болел. А то, мало ли, давай прямо сейчас в комментарии напиши. Так, мне нужно раздобыть перчатки. Зараза такая. Лёня, ты... Посмотри, опа, видал? Нет, ну только не это, Лёнь, ну пожалуйста, дай мне перчатки, доверься мне, пожалуйста. Они тебе вообще, ну не идут. Че не идут-то, смотри, Владус. Я могу тебя ими мутозить, и раз. Давай, пошли за мной, Лёня, эти перчатки нам сейчас капец как понадобятся. Владус, что тебе надо? На, держи. Ты что, придурок? Это пранк! Владус, смотри! Блин, ударился об стену. А, ну ладно, полежи, наверное, здесь пока. А, так здесь перчатки-то и не нужны. Мы и так пройдем, дверь-то открыта. Молчу. Ага, молчи. Смотри-ка, кто это такие? Это те самые ученые, сейчас я их отстрелю. Не надо. Дебил же, ну дебил. Еще и звук издал. Пойдемте, ребята, мы уже практически дошли. Что за чертовщина? Ладно, наверное, показалось. Может, хватит меня бить? Не хватит, сейчас дубинка еще получишь, Леня. Пошли, давай. Нам нужно проследить, куда же они идут, потому что именно с помощью них только мы догадаемся, где эта коробка. Тихо, Леня. Ты придурок. Давайте, давайте, за мной, в лифт, 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 бегом, бегом, ребята. Стоп, вы это сейчас тоже слышали, да? Да, это было где-то там, нужно проверить. Бегом, идите, проверяйте. Здесь, кажется, кто-то есть, за нами шпионят. Давайте, давайте, давайте. Сэр, спускайтесь в лабораторию один. Будет сделано, найдите этих гадов.
ребята, давайте разделимся по позициям. Они должны быть где-то здесь. Звук шел отсюда. Вы правы, господин. Мы их найдем. Они поплатятся за то, что за нами шпионят. Сейчас мы поплатимся. У меня денег на карте нет, чтобы платиться. Лёнь, потише будь там, зараза. Ё-моё, как бы и на них не нарваться. Кто это вообще такие? Так, мне нужно достать Лёнчика оттуда и срочно идти в сторону лифта, потому что они, кажется, что-то там затевают. Лёнь, А, Б, вылазь давай, только аккуратно, пока здесь никого не... Так, тихо. Сейчас этот желтый должен куда-нибудь убежать. Да спрячься ты уже, сдрисни отсюда, зараза такая. Мне надо Леню достать. Ребята, нам нужно проверить электрощитовую, за мной. Я родился, но не до конца. У меня нет мозга. А это понятно, что у тебя мозга нет. Что это за буквы? У тебя что, настолько нет мозга? Ты что, не сможешь догадаться, что из этих букв составить можно? А пофиг, пойдем. Все равно никто не сможет. Все. Пойдем. Нет, стой. Я возвращаю эти буквы на экран. Вот эти буквы. Напиши в комментариях, Леня, отпусти меня, этой гравити пушка. И не трогай меня больше. Напиши в комментариях, какое слово зашифровано в этих буквах. Ну, вы же не такие глупые, как Леня. Слушай, они, кажется, зашли вот в этот лифт. И знаешь, что там мне... Леня, ты че? Ты придурочный, Лень! Давай со мной спускайся! Зараза ты такая! Стой! Леня, ты! Блин, я... О, нет. Что это все такое? Пока! Ладно, пофиг, я пройду по этому коридору. Тихо. Тихо, не может быть. Это тот самый синий, который пошел как раз-таки в этот тайный бункер. Черт возьми, куда это он? Что? Там что, стена открылась только что? Тихо, он меня чуть не заметил. Прямо сейчас тебе нужно поставить лайк. Быстро! Ну че ты там? Все готово? Рассказывай. Сэр, не совсем. Мы подготовили очередную игрушку, вот она. Но дело в том, что ей нужно проводить кучу разных тестов. Без этих тестов она может быть опасна. Ты, видимо, меня не понял, да? Какие к черту тесты? Нам она нужна здесь и сейчас, иначе проект Playtime закроется. Что? Проект Playtime? Я ничего не слышу, нужно подойти поближе. Что за фигня, что они там затевают? Они что, разрабатывают новую игрушку? Сэр, не надо этого делать, она может навредить вашему здоровью. Помните, что было с Хаги-Ваги и Киси-Миси? Они не должны были быть злыми. Я сказал, давай игрушку сюда. Нет, сэр, я вам не позволю. Я сам позволю. Нет, не может этого быть, не может этого быть. Он украл игрушку. Что это вообще здесь происходит? Так, нет, он уехал на лифте вверх. Блин, черт возьми, мне нужно спешить. Эта игрушка у меня в руках. Все должно получиться, никаких тестов. Все там нужно сделать за рычажок, потянуть шкатулку эту. Что за идиот это придумал? Ну-ка, секундочку. Что сейчас было? Ладос, я к ней не подойду. Ребята, если вы хотите продолжение про эту странную игрушку, то прямо сейчас советую подписаться на канал. Нет, нет, не надо, не подписывайтесь. А как это нет? Прямо сейчас вот здесь кнопка подписаться на экране. Нажимайте на нее. А мы увидимся уже в следующей серии. Посмотрите обязательно предыдущее видео. Оно вот здесь. Нет, нет, никто не подписывайтесь. Блин, я не хочу следующую серию про эту игрушку. Пока.